Я, короче, видеоблогер, пока еще не продавшийся, и жопы не торгую, так же не предлагайте. Слушай, а я торгую жопой, у меня 13 спонсоров, что делать? Сука, где мои бабки? Давай, шнелли. А это что? Это кто еще? Это мой супергерой. Пошли. Мультиви. Обзор. Привет, это очередной фраг-муви на CQB-площадке База Кобра, и мы начинаем. Ха-ха-ха, я его подъебал. Прошлый раз охуенно было. Ай, сука. Ладно. Сейчас я в темы позвоню. Срочный вопрос. Я ничего не отвлекаю? Ну там Владимир Владимирович по спецлинии нужный вопрос надо решить. Я понял. Ну правда, мужик. Да, это... Я стоял за бочкой. Спасибо, что не по яйцам. У нас новый ведущий. Винсент Ван Людвиг. Бетховен. Да. Я? Да не я же через Нарнию ползаю постоянно. Макс, есть еще рация? Макс, рация есть? Я ползаю везде. Кстати, надо это у вас ликвидировать. Чё? Спиздил? Спиздил? 350. Сколько? Ну, аж моя. Он мне ее Дэн подарил. Он ее спиздил у себя, а мне подарил. Да. Тогда 650. Хуя! Ну, Дэн 50% надо отдать. Где? Я ее достать не буду. А колечко за пятерик. Да пошли его нахуй, а! Здравствуй! Он выпустил! Я знал, что он холандский. А, кайфанул. Кайфанул? Пойдел подписчиков? Да не, по-моему, минус один было. Кайфанул в минус, я бы так сказал. А пока, когда отстынет. Ты решил со мной поговорить? Да. Прошло столько времени? Да. Ну, скажи что-нибудь. Да, на два раза нажать. А, все, пошло. Ну, ёбой. Блин, каждый раз вот эта хуйня меня начинает выбешивать. А у меня руки как-то разводят. Привет, и на этот раз я пытаюсь не обосраться. Да, мы сняли оператора, поэтому снимает не он, снимает он. Поэтому мы продолжаем. Что там ищешь? Бороду. Бороду? Тебя не ухуя не узнать, люди. Я тебя не узнал. 5 пинку, блядь, брошу 8 гранат, нахуй выстрелю 4 очки. И, блядь, прикинь, из 10 раз 3 раза в Макса попадаешь. Блядь, там, блядь, обе линзы в разные стороны. Там как раз обзор на очки 7. Вот этот строительных очков. Единственное, вот прокатные, я взял строительные очки. Прокатные, которые бегал Евгеньевич. Угу. Вот, их я нашел, заказал, но они стоят, блядь, там что-то в районе 1300-1400, эти очки, строительные, блядь. Вот, они две линзы, ну, чем хорошо, да, если первый пробьет, второй точно не пробьет. Но. И, типа они антизапотевание, антитуман.
троих. Один хуй, они потеют. Нищеброды, блядь. Чем мы тут это делаем? Пошли отсюда. Давай, давай, пизди, пизди, а блядь. А что, вы снимаешь, что ли? Конечно. Как сказал бы мой начальник... Ляму, ляму, басит хуа.